Всем доброе утро, друзья. Сегодня у нас выбралась хорошая погода, и мы сразу же в море. Сразу же в море, друзья. Сегодня у нас на лодке едет, получается, 4 человека. Валера остается на пристани, будет рыбачить. Вот, и мы, получается, сейчас выходим на самую дальнюю точку. Вот на вот эти 3 точки мы идем. Все, взял самую большую свою рыбку. И выдвигаемся, друзья. Выдвигаемся. Водичка потихоньку у нас приходит. Думаю, к тому моменту уже будет фольвассер, как говорится. И мы спокойно тогда уже будем рыбачить. Потому что нам до того места еще где-то минут 30, наверное, ехать. Ну, как-то так, друзья. Лодку заправили, все готово у нас. И отчаливаем. Так. Сегодня будем испытывать новую катушку. Валера сделал своими руками электрическую катушку, видите, друзья. Сегодня будем испытывать. 10 евро. 10 евро. Ну вот, считай. Все. Че, парни, клюет? Да. Потихоньку, да? Да. Окей. Так. Удочка моя одна здесь. Вторая. Тоже здесь. Ну все. Это, Сашка, там надо воду сейчас закрыть. Воду закрыть. Открыто было? Ну-ка, нет. Когда становишься на парковку, надо открывать кран. Вот так вот. Я его не помню. Нет. Вот так вот. Да. Так это. Все. Отлично. Так. Давай поедем сначала потихоньку. Ты думаешь? Да, да. Всю воду я принес. Надо ехать. Так. Я тебе даю право первой ночи. Попробуй только целку сломать, сука. А, это? Давай. Это чье это? Отца. Сань, она тяжелая. Нормально, это было все тяжелое. Смотри. А что там берем? Вот пойдем. Так. Эти взяли тазики? Окей. Вот туда ложись, вот сюда. Крышечка на баке закрыта, нет, Саня? Ну вот это место, в которое мы хотим ехать, нужно там найти. Где найти? Здесь то? Где найти? Там. Сейчас некогда, мы еще все равно с опозданием идем. Если Галь, какой-то... Сейчас едем на вот эти точки. Сегодня просто... вечером мы подготовимся полностью на завтра. Да. Утром и будет нормально все. Потому что это первые 2 дня всегда такое. А потом будет нормально. Все правильно, все правильно. Так что все хорошо, никаких стрессов, ничего не делаем. Ждут, ждут. Думаю, да мы сегодня первый день. Завтра получите. Конечно. Конечно, конечно.
потому что я мокрый сейчас, обожаю. Классно. Ну, потихонечку. Давай. Обратите внимание, друзья, вот какая катушка у нас модная. Это мой друг. Вот на этом месте мы вчера сколько вытаскивали? Да и в сентябре мы вот здесь вытаскивали на этом месте. Так что? Вот это прурда. Ну не сильно большой. Не, небольшой. Хотя хреновая. Сопротивление есть. Так, что там у нас? 78, отлично глубина. Вот именно самая ходовая, 60 и дальше. Погода, обратите внимание. Какая шикарная погода! Да. Кого я там взял? Гленк. Гленга? Да, да. Маленького. Малышка. Малышка. Но у него пузырь, его выкидывать уже нельзя. Нет, все. И он подохнет. Ну, здесь Ленк и водится на этих местах. Видишь, он на пилечку пришел на твою, на серебристую. Так, ребята, вот купил я такие рыбки, да? Сейчас я готовлю. Грузик получается у меня на 470 грамм. Сейчас готовлю, буду ее закидывать. Да, я сразу, не ложил пильку. Видишь, как он когда ложится, да, он бьется так, смотри. Он так бьется, потом так бьется. Я этот не ложу, я так бью его. Чтобы он не отпугивал его. Мясо побольше, мясо ложите, прям рыхлое мясо. Мясо обязательно, да. Что, хорошо гнет? Это что, по-вашему? Два раза стукнул, блин. А сейчас не знаю, что-то легко идет. Или нормально. Остановилось. Давай вытаскиваем. Перекатимся на помельче. 130, хуйня это тут. Лучок перевяжи на низ. Лучок перевяжи на низ. На низ. Бля, я вижу. Он у тебя сбоку торчит, он не будет его подать. Он правильно поступил, думаю, что-то взять не туда. Ничего нет.
Переезжать будем, да? Да, да. Надо бы убирать его. Он, ну, надо его убирать, не пойдет эта рыбка. Покажи мне. Вон туда мясо кусок прям цепляешь на низ. Я ж тебе объясняю, я сейчас вас всех запутаю. Она сильно уходит под лодку. Эта рыбка не пойдет сюда. Мне надо садиться туда, чтобы рыбка туда шла. Понимаешь? Если под лодкой рыбачить, только мой этот... Андрюш, ты вот сюда вот бросай. Тут. Да, сейчас я так и буду делать. Конечно. Только если ты бросишь туда, бросай подальше. Так. Что-то небольшое. Вот только переехали. Эхолот показывает у нас на глубине, что на 40 метрах проходила стая зейлакс. И вот что-то кто-то... Отлично. Опа. Саша. Ага. Саша. О, вот это красавец. Вот это красавец. Работаем, друзья, работаем. Серёжа. Серёжа, давай. Что там у тебя, ну-ка, зрителю? Набор возьми, если что. Багор возьми. Саша, ну у меня с камерой на голове. Подожди, какой багор? Сейчас. Кто там? Ага. О, стой. Смотри, какая пузатая она. Стой, стой. Стой. Так, ну-ка, стой. Стой, стой. Так, ты снимал, друг? Да, конечно, я снимаю. Все снимается, не материмся. Так, это... Все отлично. Андрей. О, красавец, а? Отлично, да, отлично. Ты, Серега, молодца. Федорович, держи. Саня, перекат нормальный. Давайте, мужики, зацепляемся и дальше поехали. На. На себя. Руку бери. Так. Надо просто вот это поехать. Стая снизу, большая стая, 60 метров. Саша, ну-ка покажи зрителю. Что ты ставил? Ага. Сашка, вот так вот. Обратите внимание, какая крепежка. Он у нас хочет поймать халибута. Халибута хочет поймать. Это вот мой, друзья. Красавчик мой. А смотри, какая пузатая. По дну. А, Федорович? Да. Этот. Где заточка, надо кровь с нее слить? Дело в том, что это удобно. Заточки нету, ножик есть. Давай. Заточка там тебе. Давай. Сливай. Все, работаем дальше. А, давай перекатимся. Давай перекатимся. Туда, туда. Туда же. Да, давай. Туда же. На эту же... Да, пошел, сейчас глубоко уже. Вот я тот раз делал, подъезжал. Так. Уже глубоко, Саша. А? Так. Подъезжай, так, подъезжай в тот раз. Да, да. У меня же там метка стоит. Что? Да. Все, вот, да, да, есть тряпки, тряпки есть у тебя? Да. Дай мне тряпку хоть. На. Спасибо. Так, друзья. Работа. Вот так вот и рыбачим, да. Хороший перекат и бах-бах. И пошла жара. Да, надо искать ее. Здесь еще вытаскиваю. Хороший перекат. И все. Ну погода, друзья, вообще шикардос.
Посмотрите, какое небо. Не ни волны толком сильно большой нету. Ничего. Просто песня. Готовы? Да. Я вам сказал, ребята, мы свою рыбу все равно поймаем. Галька, блядь. Федорович, а на что он пришел? На просто, просто пилька. Пилька рунтмы. Серебристая пилька всего лишь, да? Да, мясо побольше вперед. А, мясо было? А как же без мяса? Мясо он не пойдет. Ну как пойдет? Ну как не пойдет, если он сейчас на всю идет? Вот красавица вытащил. Аж мне завидно теперь, надо мне тоже сейчас что-то поймать. Ты давай придумывай уже что-то, вот дядя Саша. Ну? Я придумал, смотри. Все. Во, смотри. Во. Видишь, какая, блин, красавица. Ну, отличненько. Скоро 95 центов, блядь. Давай меня за него! Ты не заработал ни хрена за него! Я, блядь, тебя привез на рыбное место, чувак! Ты что, все, уже встаем? Да, да. Он же сейчас только вытащил этого. А в таком пиздехе будет уплыть. А кто тебя привез-то сюда? Нихера! Так. Тряпочка, на. Я думал, у тебя еще есть. Нет, тряпочка. Есть только одна. Да? Да, опускаем. Все, кидаем, да. Глубина? Вот тут Андрюша лежит. Глубина 45. Отлично, сам вот тут. Ну мы с нее начинали. Валим. Как положено. Тридцать пять метров. 35, я уже на 60. Зацеп. Блин, а. Зацеп. 35 метров. Какие 60, Саша? Оторвало, слава богу. Травы много снизу. Да, трава, трава, ребята. Ну, в траве ленг. Это тоже ништяк. Мы сейчас пройдем его. Траву пройдем. Это трава, Саша. Это трава, подними на 30. Ага. Вот у Федоровича что-то там клюнуло хорошее. Хороший, нехороший, это вопрос. Смотрим. Рыбалка в Норвегии в марте. Ну бьет, бьет он. Что там у нас? Ленг? Акула. Акула. Кошачья. Нет, да-да, акула кошачья. Вот, друзья, вот эту рыбу запрещено ловить в Норвегии, да? Она в Красной книге состоит. Пускай даже если она мертвая, выпускайте ее и все. И ничего вам не будет за это. Акула. Давно я не видел акул. За хвост он ее еще. За хвост забодает. Да-да, старотировал, нет? Конечно. Валерка надо послать.
Все, ее нафиг, ее сразу. Я не понимаю, зачем они ее боготворят. Да? Она такая тварина. Да. Ну, видать, что-то она какую-то функцию хорошую выполняет. Да. Это акула. Флору какую-то она создает. Скорее всего. Так, 93 метра. Время к обеду, друзья. Вот. Сейчас мы будем двигаться в сторону базы, наверное, перекусим. И вечерний клев нам сегодня обеспечен с такой погодой, друзья. Нам обеспечен. Что-то клюнуло, что ли? А? Что-то клюнуло. Отлично. Ну-ка, давай подсоединяй свой трактор. Не говори. Обратите внимание, друзья. Что мужики с дури мутят. Чтоб сэкономить. Не говори. Бьет? Вроде ленчина. Или не бьет? Если не бьет, значит акула. Он не бьет. Акула. Может, ленг. Ленг бьет. Я... Акула не бьет. Бьет? Ну, отлично тогда. Хорошо, что мне этот кулибин дал. А то было бы плоховато. Вытаскивай со 100 метров, блин. Санька, возьми одну рукой, подними за жабры треску, пожалуйста, а? За одной рукой. О, подойди, какая пузатая красотка. Красавица. Все? Дергай, дергай. Надо чуть скорость увеличить. Скорость маленькая, блин. Да, маленькая. О, блядь, смотри, половина. Наверх поднимаешь. Он уже вдыхает, походу. Аппарат. Опа. Это ты Полика еще меня поймал. Стоп, 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 стоп. Я думаю, что это такое, как я тебя мог поймать. Да, да, да. Так, сейчас у нас на удочку Федоровича пришла. Ну, я так думаю, уже по удочке это не акула. Это ленг, скорее всего, либо дождь у него бьет. Но это, скорее всего, дождь, я думаю. Ленг он так не бьет. Катушка работает хорошо. Сколько метров осталось? Сколько метров осталось? Супер. Рыбачим, да? Вообще супер. Вот она. Палтус. Что-то там поймал. Палтус какой-то. А, это серит он так. А, это этот, как он называется? Это не ленка, а лумп. Лумп. Лумпа взял. Но они червивые постоянно. Ну, берем, берем. Вот он, лумпик. Он красивый, у него цвет вообще красивый. Хороший лумпик. Алис гуд, алис гуд.
Вот он, лампасик. Смотрите, окрас какой. О, все, ушел он. Как ушел? Ушел. 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 Пока вы распутывались. Надо было вытащить сюда было. Я ближе этого, как линк или как. Сейчас я тебе покажу точку, чтобы ты конкретно ящик домой поймал. Лумпов себе этих червивых. На, зачем мне червивые, бля? Опять у нас Федорович что-то тащит. Даже и не бьет ни хрена. Акула, что ли? Акула. Акула. Если не бьет. Да что, блядь? Что-то было. Да. Сошел, ну и хорошо, что все сошел. Может, это акула, знаешь, не хорошо. 100 метров. Метров, да? Да. Глубина 100 метров. Такую вот картошечку взял с удочкой. Опа, опа. Верцем. Блин. Подымаю непонятно. Никому не мешаю я, да? Я никого не подымаю. Ну было бы видно по леске по вашей. У меня пальца. Да? Нет, никого я не тащу. Никого не тащу. А что-то было, блядь. Непонятно. Что-то было непонятно. Нет, ушла что ли? А нет? Сиди, сиди, сиди. Я испугался. Хорошенький. Ты смотри, как оно работает. Надо все старые эти. А вы мне, блядь, рассказываете.
да? Сашка, дай ножик, а? Или это. Дай ножик, я сам. Раз я держу. Это золотистый полячок, это, да? Это полячок. Да, да, это поляк. Так, и глубина, смотри. 56, да? Сейчас, 56. Все отлично. Работаем. Приятно они так бьют. Корабль какой-то идет в нашу сторону. Шестьдесят уже метров. Приехали сейчас на вечерний клев, друзья. Встали мы сейчас на точке, получается, вот на вот этой, точка 37. Нарезали мясо и закинули только что. Погодка шикарная. Там справа. А, это так лучи солнца. Восемьдесят пять метров. Там рыба говорит? Нету. Ладно, еще минут пять и переезжаем. Да, все правильно. Тогда переедем. Все правильно. Иначе никак не Вот, сейчас снизу рыба идет. На 70, 75 метров. Пока еще пинаем. Опа, есть. Вот, есть, да? Сошла. Вот, снизу хорошая стая идет, кстати. Ну, стая идет, ребята, знаете какая? На этот. Это зейлок. Это большие стаи. Это. У меня снасть стоит чуть-чуть другая, конечно. Надо вот ту снасть, мне кажется, ставить. Там будет толк.
75 метров. А? 75 метров. Нормально, хорошее место. Да, да. И этот, травы сильной толком нету. Надо мне, конечно, ну-ка. Вот так вот. Поставим. Ага. Вот стая рыб сейчас идет на 25 метров. 25? Да, 25, ровно половина. Это мелкий кэль. Ну это мелкий. Не, ну мы его это, мы мелочь вообще ж убрали. Ну что его знать. Ну-ка, сейчас я попробую. Да-да, 74-75 сейчас метров. Так. Клевало, да? Трава, что ли, блядь? Тут ничего не понимаю. Зацвет? Зацвет, ну. Сука, лево, вправо, так. Нет, 73 показывают. Да. Что там, Федорович? Лен. На что? Лен. На мою забалдованную.